Как лучше стрим смотреть или Итак, добрый вечер, уважаемые посетители портала VR Brothers. Сегодня мы показываем вам и вещаем 1/4 финала сетки лузеров и, по-моему, центральный матч вообще пока данного турнира. Это игра между Golden Gaming и Street Style. О составах мы позже поговорим. Сетку мы также рассмотрим чуть-чуть позже. Она уже, в принципе, готова полностью. Сегодня почти все игры сыграны. Сказать лишь осталось то, что с вами сегодня смотреть и комментировать эту трансляцию будет Александр Майкл Голиков. Ну и я, наверное, уже привыкший голос наших стримов, это Дмитрий Дизикиренко. Здравствуй, Майкл. Здравствуйте всем. Хотел бы добавить, что надо, может быть, не центральный матч. А центральный матч сегодняшнего дня я хотел бы добавить. Сейчас мы начинаем баш. Баш зачеркивание. Карт. Кто выигрывает баш, тот, соответственно, дает право черкать карту сопернику. Так, да, Дизи? Да-да. Так, пока баш идет, можно приближаться по составам команд. Да, я пока на секундочку посмотрю, что случилось. Мы видим, в принципе. Наверное, есть состав Gold Gaming. Единственное, что я здесь я не знаю, The Peak играет или нет. Кристалл, сегодня были проблемы в команде. У них некоторые игроки удалились из команды. Разбериха. Состав на сегодняшний день. Тиммейт, Йовка, Red Bull, Пальчик и Акуп. Тут гейминг Макс Хун, Фики. Фики это кто, кстати? Фики это Фики. Он с таким ником играет. А КСДЖР это? Я не в курсе пока, давай последим за этой игрой и вообще как бы посмотрим. Может быть, Крикет и Зум, наверное, знают все. Ну и Макс Хан также. Баш выиграла команда Street Style, я пока свои все настройки... Так, и уже черкают карты. Тужан, да. Карен, там Дэвы черкнули. И играет Бургундию. Да, я думаю, пока команда там будет рупать и... Или все-таки по сетке попозже чуть-чуть пройдемся. Как ты считаешь, Майкл? Ну давай по сетке пройдемся, если расскажем. Ну, в первом туре Golden Gaming обыграли в 1/8 финала сетки виннеров, они обыграли команду. Ты пока там не они обыграли Мизерию Гейминг, они обыграли 13-0. А Golden Gaming в упорнейшей, а нет, а Street Style в упорной борьбе обыграли The Magic Crew 13-11. В упорной борьбе, там они даже проигрывали Street Style. Так что матч обещает быть напряженным. Собственно говоря, мы на это надеемся. Ждем, пока команды рухнут. И ты тоже, Майкл, в принципе, можешь рухнуть. Мы видим, конечно же, серию, на котором играют, это Швеция, геймхостинг Швеция, локация. У троих игроков Street Style Pink 60 и больше. Golden Gaming у одного 60, у двоих 60. В принципе, на самом деле, это более-менее равные пинги. Большое преимущество у Golden Gaming. А даже у четверых, смотри, у четверых 60.
Сейчас будет Pistol Bash за с выбор стороны. Он пройдет, конечно же, где-то на мидле. Куча команда. И вот первый в игру вступает Фики, за ним Крикет. Golden Gamet выигрывает. 3-0. 3. Смотри. Последний игрок остается в фристайл. Это тот игрок, о котором шла неимоверная машина. Ну, можно сказать, были споры, но мы их уладили. Надеюсь. Удалось уладить. Да, и надеюсь, для средств эти споры не были не бесполезными. И Йовка показывает. Вот Йовка затащил 2 в 1. Минус 5 вообще сделал Йовка, между прочим. Минус 5, ага. Вообще драма. Йовка хорош, на мувик, можно так сказать даже. Ида. Я думаю, что это атака. По составу мы уже как бы вроде прошлись, да? Да, ну, на самом деле я здесь считаю фаворитами этой игры Street Style. У Golden Gaming преимущество, я считаю, более сыгранный тимплей, потому что там сейчас состав такой вроде сыгранный, ихний состав. Golden Gaming вроде должен получить тимплей, но Street Style, мне кажется, по игрокам выглядит чуть-чуть более почтительно. Ну, игра покажет, собственно, расставит. Победитель этой игры выходит на Team Brothers в 1-2 финала. И я думаю, что завтра, ну, во-первых, это завтра игра состоится, и я надеюсь, что стример второй, да, согласится стримить эту игру, и мы вам наконец покажем. Давай первый раунд посмотрим за пальчиком. А нет, за снайпером. У США кто будет сейчас с снайперкой? Ну, мне кажется, что это будет папа. Я ищу. Йова нет, Куб нет, пальчик нет. У них снайперы. Где вообще? Нет снайперы? Волочь. Так, уже двое. Трое на Б. Golden Gaming заняли план Б. Крикет. Макс Хун набирает пальчика. Пальчик смотрел обход с горящего танка. Что и остается 4 в 2. Я пока в игру влиться не могу. Что-то как-то. Как был убивает Макс Хуна. 2 в 3. Правил 2 в 3. Левка. Этажочек, капот уже наснули. Непонятно, почему мы его не дали. Так, и у нас двое на Б, да, у Golden Gaming, и один в обходе. Сейчас, если обход убьет, сейчас... Нет. Йовка остается один. Так, если Йовка остается один, шансов у него, на самом деле, очень мало. Мало шансов, два на Б уже. Да, и хедшот получает. 1-0 выигрывает первый раунд команда Golden Gaming. Интересно, сейчас снайпер появится? Постристайл. Нет? Не знаю, но хочу заметить, что... Смотри за пальчиком. А, появился снайпер. Акуб взял снайперку. Так, уже один Б бежит. Так, отлично. Значит, на тиммейте пальчик бывает. Кассажера 300, соответственно, все уже очень быстро раунд, уже последний остался игрок. Макан это, он стоит неплохо. Там остался в отходе, да. Максан, хочу напомнить, игрок, подающий, в принципе, надежды, он очень сильно на протяжении полугода играет. Вот он уже сделал. Он уже убивает. Минус 2 в этом раунде и умирает от Red Bull. Давай посмотрим еще раз за Акубом. Давай посмотрим за Акубом. 1-1. Очень быстро сейчас на самом деле раунд закончится.
Акоп уже занимает другую позицию. Так, убивает одного. Убирает, да, с тобой снайпера чужой команды. Так, 4 в 3. Хорош, Акоп хорош. 3 в 2. Один библиотека, у него инфа, он чекает обход. Прошел брак. Последний обход. Ну, нейда, шнейда. И уже план сайт. Не попадает. Мажет. Вроде бы... Ой-ой-ой, нифига себе. Там ваншот, что ли? Ваншот, да. Ваншот, хэдшот. Так, Ёвка пытался запрыгнуть на домик. Неудачно. Тиммейт СМГ убивает. Макс Хуна. Что ж, 2-1. С 30 стал повели. Кажется, сложно сказать по первому раунду, но стал вроде бы пытаться нащупать игру. Уп. Я хочу сказать, что Крипи вроде бы играет на Б. Пропрыгивает каждый раз на Б. Да, да, опа. А Куб молодец, убивает еще пробег. Сады. Двое в садах было, один минус, один еще. Ну, я тут хочу заметить сразу, что тактика стрит-стайл, а не стрит-стайл, Golden Gaming, пока что вся концентрируется на пробегах на Б, но у них вот первый раунд получилось пробежать, а больше не получалось. На самом деле, первый раунд получилось пробежать только из-за того, что не было снайпера в стрит-стайл. Как только появился снайпер в стрит-стайл, сразу же пробежать не получалось в Golden Gaming. Сейчас остается 1 в 3, убивает Red Bull, может сейчас Тренча, в принципе, с собой забрать. И забирает Ренча с собой, в принципе, у него появились шансы. Не-не, я думаю, пальчик должен взять раунд. Если полностью нормально, должен взять. Надо было, мне кажется, фейкать фики, конечно. Ну, он будет, скорее всего, просто все, все, молодец, пальчик взял раунд, молодец. Грамотно подождал. Не дался, не дался. С баша так. Ну, фики все равно, у нас неплохая по фрагам. По фрагам у нас 30, ультимейт под фрагер. СЖР у... Вроде бы как бы, да, там пробег снимается, а вот Акуп со снапой играя как бы не на первом месте. Хотя сколько пробегов он снял то. Ну, первый раунд он не играл с капой. Так, Golden Gaming тут пытается пробежать на Б опять. Зум. Тренчом замечательно. На самом деле, дым неудачный у Golden Gaming, хочу сразу отметить, потому что, видите, ультимейт со второго этажа видит все. Но зум умирает. Зум делает рикнейт, убивает ультимейт и Акуба на втором этаже. Это явно тактическая ошибка команды стрит стайл. Двое в доме были, одновременно на втором этаже, и одновременно зато умерли. 3 в 1 остается. Последний дал Ёвка на планете Б. Его зажали уже. Ой, у него тренч, ну, да, ну можно было. Был шанс у него. Да. Был шанс у него захватить. Я не ожидал, что у него тренч. Так, счет 3-2. Давай посмотрим. Пока что Golden Gaming на самом деле ничего не может предложить в плане разнообразия тактики. Одна и та же тактика у них. Смотрим. Сейчас будет. Опять пробег Б, минус. Очень уверенно Куб снимает пробег. Говорим за танком Б. Куб прицелится. Бин довольно поздний, кстати. Мог снять, а Куб промахнулся. Red Bull выбивает кишку уже на планете Б. Начинает ставить. 4 в 3. Нейт фейл. Нейт пришел на плант. Не задел даже Red Bull. План стоит 4 в 3, но это раунд, безусловно, за 3 стайл. Отлично, на моем мнении. Еще Ёвка отлично залез на домик. Хорошая позиция. Ну его сейчас там... А, нет. Так, здесь вот Макс Хун убил Акуба в обходе. Пальчик в доме снял КСЖР. 3 в 2. Следим за Макс Ханом, он со своим... Отлично, вот позиция Ёвки сработала. Отлично. Домик убил сейчас. Фейлится пальчик очень. Ну, Ёвка убивает. Кстати, Ёвка довольно неплохо смотрится и уже вышел в топ-фрагера. Представим. Ну, я бы не сказал, что в Тристале есть какие-то вообще подразделения топ-фрагера или нет. У них там все идут ровно. 4-5 фрагов, то есть выигрывает 4-2, в принципе, нормально. Давайте посмотрим, что высоты. Куб пропускает. Пробег такой. Дым довольно поздний, 50 секунд еще видно. Довольно поздний дым, я бы сказал. Минус 2 уже сразу же Golden Gaming идет.
минус 3 уже, и остается 2 игрока. Раунд, безусловно, за... должен быть за стрельцем. Но фиги отжигает вообще не по-детски. Фиги вообще не по-детски отжигает. Вот это СЖР и Ж2 в 2. Она ультимейт убивает фиги. 2 в 1. КЖР может забрать с собой ультимейта. Ну вот, чуть-чуть не повезло. Фики сейчас вообще как бы нормально так. В порядке довольно-таки. Сыграл. Ультимейт дает башню не КЖРу. 5-2 счет. Кристалл пытается уйти в атаку. Давай тогда опять за кубом. Давай за кубом опять сейчас. Ну давай за кубом. Сейчас если дым ляжет, то пойдем за фики, смотри. Так, давай за фики. Патч двоих снял. Фики играет под МГ, чек СМПшка. Танк по мигу. Его нет, естественно, 2 в 4. Очередной раунд за стрит стайл, похоже дело. Дыму фики находит одного. Находит. Там было видно. 3 в 1, фики остался. Ну, знаете, что где-то в доме шумел его соперник, но другой также не удается убить. Так, ну что, 6-2, и стрит стайл уходит в отрыв. Ну оно понятно играет за атаку. Давай посмотрим за фиг. Мне кажется, что фики сейчас умрет. Он пытается на Б бежать, смотри. А нет, пытается убить снайпера. Больше. Щелочь, естественно. Максаном я все-таки перестал смотреть, он убивает одного, ультимейт все никак в зума не попадает, зато сейчас ему получилось убить. Это убивает фики и на этом экшен заканчивается, но нет, ультимейт убивает и крикета. Остаются уже вдвоем против четверых. Максан, по-моему. Да, Максан тоже умирает, это КЖСР. Точнее, КСЖР. Фу, блин. Короче, вы сами видите его ник. Капитан команды Golden Gaming пока что имеет один фраг. Ну, не идет игра почему-то. Посмотрим за атаку, он вроде как и снайпер команды, может быть за атаку он продемонстрирует, что да, такое полезное. Однако да, пока у него ничего не получается. Зато капитан команды Тристайл как раз уже разошелся просто дико, у него 12. Давай за ним посмотрим, за ультимейтом посмотрим. Да, так он играет. Ультимейтом. Ну он правда сейчас побежит в дым, а у меня дым так лагает. Ну ладно. Между тем, кстати, нас с тобой уже смотрит 25 он человек. Он в обход пошел. Чекает МГ ультимейт. МГ нет никого. Сейчас уже может быть обход. Зачем он чекает МГ, непонятно. В обходе там, я так понимаю, всегда Максан ходит. Это уже как бы заведомо. И он, да, вот он находит, убивает Максана. Ультимейт убивает Максана. Зуб зашел, по-моему, на первый этаж, вынес снайпера команды атаки Акуба. А ультимейт пытается сзади уже прикрыть. Ёвка нормально сыграл. Ёвка и ультимейт против крикета, фики и КСЖР. Ультимейт убивает и крикета. Ну и что-то совсем вообще Golden Gaming как-то расклеились. Однако... Стрицал, по-моему, сильно не подозревает, что игрок может сейчас находиться в бане. Если он сейчас себя выдавать не будет. Хотя не, ну да, по-моему, не сильно подозревает, что он в бане. Не думаю, что он где-то в районе обхода. Но его, скорее всего, будет проверять и нет. Нет. Его убивает. Теперь один в один, ультимейт знает. И они сейчас встретятся прямо делать сейчас. И ультимейт бежит. Молодец. И непонятно зачем пошел, не нужно было это делать, конечно. Но мне кажется, было оставаться на планке. Он думал, что сейчас, скорее всего, на план какой-нибудь пойдет, мне кажется. Ну а зачем идти к беттеру, не надо было, я думаю. Ну, это его выбор, он... Так, пальчик, у нас минус снайпера, посмотрим за пальчиком. Да. А давно была мечта посмотреть пальчиком, так, у которого в руках снопа. Все знают, как он раньше играл, именно с этим оружием. Так, дом зарашил КСЖР. Все, 10 раунд по-любому за гол. За Golden Gaming раунд.
5-2 остались. Red Bull забирает с собой КСЖР. 2-4. 1-4. И Йова остается. В принципе, ситуация с Тринчом. Йова, либо, можно попробовать либо затащить. Либо на мувик затащить сейчас, либо нет. Он убивает одного. Может убить двоих и... Он очень... Очень был близок к тому, чтобы убить, наверное, двоих. Да, к сожалению. Такая... Бам-бам. Пишут. Кстати, вот... просьба у тиммейт. Тиммейт просил передать привет Оле. Передаю привет ей. Оля, привет. От всей души. А пока у нас пауза. У нас пауза. Здесь на самом деле борьбы особо не намечается. 8-3. Если сейчас стрельца возьмут раунд 9-3, то это вообще без шансов. Если же Golden Game поборется 8-4, то может быть борьба. Мы, как известно, болеем за борьбу, так что болеем за Golden Gaming. Видимо, сейчас решающий момент будет, пробегут ли, займут ли план Б Golden Gaming. Видим, что Ultimate вообще намного убежал от своих да и соперников, и вообще своих игроков. У него вообще 15 прав. Несмотря на то, что он хайпингер в обоих командах. В обеих, да, командах он... Да-да-да. План сработан. План сработан? План Good Gaming не сработал. Да. В игре на своем серии. Ну что ж, это вообще их были разборки над собой. Наше дело с тобой следить за этой игрой. Зума, между прочим, сейчас убивает ультимейта, о котором так много сейчас говорили. А Йова с Тренчом прошел на Б-план. Он ставит. И опять, по-моему. И опять хэдшоты тихо пошли, опять красавчик вообще. Сдает. Посмотрим за ним 5-2. Ну это раунд опять же был уверен должен быть. Пальчик забирает с собой Максана, Йова забирает с собой еще пальчик, по-моему, да. Ну, надо снимать. У Йова есть, в принципе, немножко. Ай-яй-яй-яй-яй. Йова, конечно, был мне. А все знают, как я люблю, когда играют. Explosives diffused. 8-4, какая надежда остается в Golden Gaming. И возможно так. У тебя дизель что-то с микрофоном вообще случилось? Слышно. Дизель, я тебя не слышу. А вот так меня слышно? Я слышу. У меня что-то немножко отрубилось. Бывает. Что ж. Если было бы 9-3, мне кажется, бы шансы бы тоже так же оставались, потому что это Q2, сколько раз, какой вот у тебя опыт, мне кажется, что у тебя было такое. Ну, это же... Ну, это понятно, но здесь просто непонятно, за счет чего Golden Gaming выбирает раунды. Ну, за счет того, что они так, играют за атаку, мне кажется. За крит. Давай за критом посмотрим. Да, он... Забрал с собой уже ультимейта. Дым довольно более-менее удачный. 5-3. Никто не занял этот ритейл Б. Посмотри, кстати, я хочу отметить тактику игроков Golden Gaming. 3 на план Б. Тактика довольно, как бы сказать, не очень хорошая против бомбардировки. То есть она на самом деле такая довольно плохая тактика. Если это команда... Умею защищаешься, да, за гранатами, то эта тактика, она очень неправильная, я бы даже сказал. Но ведь правильно же использовать тактику по сопернику. Мне кажется, они по сопернику и ее и ну, используют. Посмотрим, да. Ведь каждая команда, конечно, Акуп, между много прочим, планов. Забирает с собой Максхана, но не знает, что Тренчер слева сидит, но хотя, может быть, он будет чекать. Нет, он не чекнул, и Зум его забрал. Напомню, что Street Style с Golden Gaming буквально, по-моему, неделю назад встречались на БГЛ. Так, мы видим, инсульт видим, короче, один уже легким. В принципе, еще чуть-чуть, и он может желтую карточку получить, по-хорошему. Я думаю, желтый уже как бы у него светит. Карточка желтая. Она горит прям, да?
Так, пальчик. Я смотрю за пальчиком. Пустил, он пропустил. А, нет, умер пальчик. Так, ну что? Вот грены начались потихонечку. Кстати. Да, на грена проходит. Я, по-моему, даже знаю, откуда взял этот нейм. Так, 2 в 2, 2 в 2. Интересно, кстати, что получится. Уже так, 2 уже 1 в 2, 1 в 2. На планте, но у него тренч, давайте, если не ошибаюсь. Да, да. Да, у него тренч. Но это хороший, на самом деле, да, расклад. Можно затащить спокойно. Тренчей можно затащить, да, 1-2, спокойно. Не раз. Все повторяемся. Не раз видели, что и 1-3 затаскивали. Ну, не на этой игре, во всяком случае, но очень много таких ситуаций было, у меня дым опять ловил. Ну, довольно неудачная тактика, я считаю, выбрала. Как бы выбрали стрестайл, один с кишки, один с беттера. Если сейчас зум прочитает ситуацию, но зум не прочитал. Я думаю, что... Зум, он сейчас сам бы прочитать ситуацию, попробует расшануть кишку. И если бы он расшанул кишку, то тогда остался один в один, и тогда были шансы вообще хорошие. Ультимейт уже почти на вторую, на третий десяток скоро пойдет. А Крикет тем самым временем немножко подтянулся, у него уже 5 к 10. Давай посмотрим за Крикетом, как он снимает пробег. Крикету не прикрывают, хочу заметить, никто не прикрывает снайпера, поэтому приходится те, как снайпера. Тоже, я считаю, тактическая ошибка. Промахивается МГ Крикет, 3 в 5. И трое у гаража вот приставил. Трое были у гаража, кстати. Двое у гаража сейчас. Пальчика тут война идет, скажу, ой-ой-ой, с последним патроном забирает его. 2 в 2 остались. Зачем-то пошли игроки стрельцала убивать снайпера, когда время осталось... Да, время, очень много времени теряет. Ну можно, есть шанс сейчас затащить, Акку в принципе знает, где лежит зум. Надо в домик было сейчас убежать. Зум забирает с собой одного. Ну. И что же это будет? И пальчик берет раунд, господи. Все-таки я считаю, что лучше было убежать в домик бы и из домика отстрелить одного, и потом по времени выиграть времени и второго тоже. Explosives diffused. Axis win. 10-5. Хорошая заявка на успех у стрит-стайл. Ну не будем забирать у пальчика то, что ему принадлежит, он действительно... Давай посмотрим опять за Крикетом. Давай за Крикетом. Ну да, пальчик, да, безусловно, хорошо сыграл. Ух, ничего себе, там пропрыгнул кто-то, ты видел, как какой-то... Да, скорость? Это лоу-джамп, мне кажется, да? Нет. Но зато он забирает джампера, так сказать, оу, снимает прокидывает. Нейда на второй пробег. Плант, нет, это фейк. Ждут гранаты. Ну, вот трое игроков на Б и остались, как ты и говорил, по тактике. Зум, получается у него забрать вся куба. Пальчик уже сейчас будет напрягать на БТРе, опять же, того же самого зума. Пальчик прочитал чек об этом, но зум оказался более проворным. Зато ультимейт находит. А здесь неудача просто у зума была. Просто очень, очень сильно покосил Red Bull, и только неудача какая-то помешала ему сделать даблкил. Убить подменный пальчик Red Bull. Ну, позицию Golden Game, конечно, шикарная сейчас, потому что с тренчом на кошке стоять это самое... Но ультимейт его забирает, как же так? И остается один Макс Хан, которого тот же ультимейт уносит. Боже мой, ультимейт просто... читает игру, очень сильно читает игру. Как бы даже я бы сказал бы это... Слишком нагло читает игру. Да, слишком уверенно читает. Слушай, я думаю, что было бы справедливо, если бы ультимейт выложил демку своей, и все бы убедились в его честности. По-моему... 11-5. По-моему, ультимейт с таким успехом может и до 30-очки дойти, если Golden Game немножко раундов возьмет. А Куб тем временем умирает от снапы Крикета, который пытается рандомить через дым, у него это явно не получается, он прокидывает на эту кишку. Ну и что-то никого никак нигде не увидел. Переключаемся на других игроков. Red Bull прошел у нас на Б, с ним кто-то сидит в бане. Как бы это смешно ни звучало.
Red Bull. Red Bull, ну как же это не получается забрать никого? Ну просто сплотерили Zoom вместе с кем-то. Сити просто жестоко сплотерили. А, тиммейта убили, я так понимаю, да. Остается один пальчик, который... И, ну вообще лакерят, просто лакерят жестко игроки Golden. Все четверо вообще игрока, которые остались, они уже были как минимум ранены, и крикет ставит хорошо, пальчик он неплохой, неплохой выстрел. Ну, давай посмотрим сейчас за Йовкой. Стринчер Йовка играет за защиту? По-моему, Red Bull играет за защиту Стринчом. А, давай посмотрим Red Bull никого. А, нет, Red Bull... А, так, нет, да-да-да, меня ладно. Red Bull, да, Стринчом. Смотрим дым. Он... Такой стандартный падает рядом с центральным танком. Да, а Куб, между прочим, видит уже КТЖР, и Йова выносит Зума. Надо было все-таки за Йову смотреть, да? Он это минус 2 сделал, но Red Bull может сейчас ему помочь. Нет, зато он помогает пальчику убить Сити. И кто же у нас остался-то? У нас остался один Макс Хан на планте и убивает одного! Заходит втроем, убивает третьего. Нет, второго, да еще пока. Видел ли он, что тут слева, по-моему, кто-то сидел? Ну, Максан, если убьешь левого, то все шансы-то есть 1-2 затащить. Ну, а, нет, пальчик хорош. Ничего уже делает для своей команды стрит-стайл, как минимум. Хотя, овертайм тоже возможно. Для этого нам придется с вами смотреть 6 раундов. Давай посмотрим, таким... Даевкой, да, посмотрим. Он играет на... Крикета убивает Акуп. Йовка видел БТР, один, скорее всего, он сказал уже инфу. Сейчас будет кидать Нейду, наверное, на пробег Б. Нет, он этого не делает, зато видит в обходе одного. Так, смотри, вот Golden Gaming занимает плант, да? Но без дыма не ставит. Ставит бомбу, да, еще дыма даже нет вообще. Тренчер, по-моему. Тренчер, по-моему, а тренча нет, да, убрали. А, вот тренчер. Скорее всего, это Трэнч умер, КСЖР это мой Трэнч. А, да. А мне казалось, Зум все время играет, причем в Golden Gaming. Может быть, Зум, да. Ультимейт уже выносит, между прочим, вышеупомянутого Зума. Максан забирает с собой Red Bull, и... Что ж, 2 в 2 ситуация, 2 в 2. Что ж. Если игроки команды Street Style сейчас затащат, то это будет ГГ, и такое уверенное ГГ. Ой-ой-ой, Йову в одного покосил в... телеги. По-моему, это был Макс Хан, но он сейчас уже сместился ближе к дровам. Нет, Фики на этот раз сыграл нормально. Забрал с собой Йову и ультимейт. Ультимейт не получается у него убить ни одного, ни второго. Коцает он почти все Фики ему. Ну, несмотря на то, что не получилось у него убить первого, второго, все равно я считаю, что игрок, лучший игрок этого матча, это, безусловно, ультимейт. Ультимейт, да, я тоже считаю, что в этом центральном матче дня... он, естественно, лучший. Давайте тогда уделим ему время и посмотрим за ним. Он сейчас на МГ будет чекать библиотеку, убивает ее. Видел, что Нейда пришла, кидает Нейду на Б-плант, дабы убить фейкера, который умирает действительно. И вот уже 2 в 2 опять ситуация. Зум и Максхан. Уже мне даже немножко надоедает видеть такие пары. Ну, конечно, в кавычках. Максхан успевает поставить плант. Йову его убил. И остается один Зум, которого напрягает сзади тренч. И он его убивает. И Йова остается... Перезарядить быстренько. Уйти перезарядить. Зум надо перезарядить обязательно. У него 5 патронов. Может не хватит тебе патронов. Ну что ж, кто кого перецелит-то? Ой-ой-ой, видел и... У Йова остается 2 патрона. 30 секунд на раунд. Боже мой, чей это будет раунд? Мне кажется, все-таки Йова возьмет... Нет, уже мне так не кажется. Это... Вообще, у меня какой-то жесткий анлак у Зума был. Да. Была довольно неплохая игра, я считаю. Все получили удовольствие. Explosives diffused. Я надеюсь, да. А это да. И... Но однако закончилось все довольно верной победой с 13-7. Что ж. Покажем сетку, может быть, нет? Да, я уже сетку показал.
А сейчас я такой видоизменю немножечко. У меня было вообще слышно на протяжении игры. Надеюсь, это мне тут уже пишет, что не было слышно. Что ж, сейчас я видно немножко изменю сетку. Я думаю, что будут от Street Style, точнее от Golden Gaming, какие-то запросы демока, но в принципе понятно. Да, вот еще. Обязательно мы не упомянули вам, что же будет завтра. А завтра у нас уже начинается немножко другая игра, другой мод, на котором играть нужно. Ну, на всю сетку лузеров распространено, вообще распространено. О. Заметьте, что в первом матче закончился, они играли MR12 и Как раз по подаче. 13 Band of Brothers. Band of Brothers или 37, они играли MR12 и MR12 в сетке лузеров. Слушай, я думаю, что... Понимаешь, о чем я говорю, нет? Да, понимаю. Вот, как бы... Ну, как бы оставим это как есть, но это как бы словно незнание правил команд было. Следующий день, да. Я тут рассказывал про то, что будет завтра, ты меня перебил немножечко. Давай я закончу эту тему. Завтра у нас состоятся одна, по-моему, да, второй раунд сетки лузеров, как мне помнится. Третий раунд сетки лузеров. И 1-2 и финал сетки виннеров. Все играется, все игры совершенно, которые я назвал, играются под по мод КБ. Именно две карты играются, MR10, называйте это как хотите. Мы, естественно, еще выложим все, как и когда. Когда матч начинается, по-моему, начинаются они. Мы во сколько договорились, по-моему, в 6, да, или в 7? Да, в 6, да. Завтра Да, в много 6. интересных матчей нас ждут. Ждут много интересных матчей. Я думаю, что самый интересный матч это New Wave Ростов Крю. Пока что вот во втором раунде. Честно, не знаю, будет ли стрим. Мы постараемся организовать стрим для вас матча New Wave Ростов. Ростов Я Крю. надеюсь, что стрим вообще будет. Да, также завтра будет Brothers Street Style. Я думаю, что мы обязаны просто этот матч показать, потому что, во-первых, команда Brothers уже не стримилась, по-моему, с самого создания VR Brothers портала. И, конечно, было бы замечательно простримить их. И а также New Wave Ростов Крю. И не будем забывать про матчи в сетке лузеров. Там, по-моему, замечательные также матчи, которые можно наблюдать, можно смотреть. Также скажу, что из первой корзины команд Тестифи, по-моему, попали уже в сетку лузеров, попали Golden Gaming и попали Falcon. А также Insane, который я еще пока не в курсе, как сыграли с Random Style. Insane сегодня вообще не получилось первую игру сыграть, но в итоге, из-за того, что мы должны были стримить, все-таки они согласились на ноу-шоу. Я думаю, что они будут стараться в сетке лузеров. Непонятно, еще информация по поводу игры не выведели в Reliance Multigaming, они сыграли или нет. Сейчас я вот пытаюсь найти. Что-то это у меня не особо получается, потому что у меня что-то слишком много тут всяких ссылок. Да, мне пишут, сыграли. У меня вообще просто оперативные источники. Я так понимаю. Там была борьба нешуточная, 16. 14. Нет. Так. Ну, пока я сам не посмотрю, естественно, ничего говорить не буду. Да, я смотрю, New Wave выиграли 16. А, ну, как ты уже сказал, да, 16-14 Hey, wake up. удивил Лиренс. Там, похоже, была карта овертайма игралась. Да, игралась карта. Нет, карта овертайма не играется, это MR12, играется MR3 тут. Это... Hey, wake up. А, Карта там на МР3 игрался, я имею в виду. меня ультимейт Или они играли? всячески пукает, так сказать, им спикет. Не мог бы ты его кикнуть пока что?
А то он просится все в комнату, все никак не зайдет. А, так, кто у нас еще сыграли? У нас Insane выиграли у Random Style 21-17. Странно, что они... нет, они, да, по мод КБ играли, они должны уже были по мод КБ играть. И да, Insane проходит дальше, и выйдут они на Deliverance Multigaming выходят. Они сейчас, я сеточку буквально чуть-чуть осталось... вид изменю и покажу вам все, что есть. А тем, кто хочет посмотреть, конечно, в качестве чуть получше, могут сами пройти по нашим ссылкам. Я бы хотел бы сразу же отметить вот все, как сказать, сенсацию сегодняшнего дня. Я бы отметил бы самую главную сенсацию на мой момент. Это New Wave Deliverance 16-14. Очень напряженная победа не команды New Wave. Хотя на самом деле я даже вообще не ожидал этого. Ну что ж, давай тогда размышлять сейчас на тему это не будем. Там уже поднимается какая-то машина по поводу макросов, читов. Посмотрим. Ну ладно. Да, мы последим, пока сетка все равно не будет изменяться. Она останется такой, какой она есть. Также бы я отметил бы уверенную такую, точнее, довольно неплохую игру The Magic Crew. Такую упорную борьбу с Стейт Стайл 13-11 тоже, я считаю, как неожиданность. Ну а дальше вроде бы все без неожиданности. Все остальное вроде более-менее прогнозировано было. Также я не вижу, как Элита Тим против Ванаби сыграли, потому что что-то вообще не описывается ни на форумах, нигде. Может быть, я что-то немножко не вижу. Ну, в общем, странно. Хочется заметить еще, что мы вообще просим всех более дружелюбнее относиться все-таки к своим соперникам, потому что, как-никак, называется кубок-то Gentleman's Cup. Действительно, лучше уступить сопернику, лучше пойти ему навстречу, чем зачем-то развивать машину. Hey, я считаю, что это как бы самое главное, что должно быть у нас на кубке. Ну, естественно, помочь. И... А, ты спрашивал, Ванаби вывел Elite Team. А где ты это видел? 10. Скриншот есть на сервере. А, да. Колдеров. Да, есть там. Ванаби Elite Team. Вот хоть убей, я не вижу просто. А, вот. Нашел, 13-10, действительно, я слепой вообще. Я так понимаю, Элита Тим, находясь в первой сетке, проиграл две игры и улетает с этого турнира. Что ж, в общем, у нас будут еще более, конечно, помасштабнее турниры, которые... Ну, можно сказать, что сегодня мы попрощались с командами Team, New Russian Standard, Random Style и Miseria Gaming. Четыре команды сегодня покинули турнир, 12 команд продолжают. Завтрашний день начинается с 16:00. Ориентировочно могут быть изменения какие-то в сетке, в принципе, если команды хотят сыграть чуть раньше, мы всегда пойдем навстречу. Даже можем организовать стрим. Кстати, если они чуть раньше сыграют, то это как раз да. Будет поводом для того, чтобы простримили, если их матч не является... Поэтому сразу же вот предложение есть команде New Wave Ростов Крю играть матч в 16:30 или в 15 или 17:00, и тогда мы их сможем простримить. Ну, либо, допустим, 15:00, чтобы такое поискать по варианты. Потому что я думаю, довольно интересный матч будет. Ой. Итак, у нас уже есть вот она сетка перед вашими глазами. В общем, я думаю, что мы уже все сказали. Дело осталось за вами. Дело доказывать. В сетке Team Лузеров, точнее, в сетке лузеров команды, мне кажется, вообще будут бороться до самого конца. Я на это надеюсь. Я думаю, все на это надеемся, в первую очередь, потому что, это интересно, с одной стороны.
другой действительно показывает уровень нашего российского Call of Duty 2 комьюнити, который, естественно, нужно поднимать. Поднимать его мы будем вот такими вот турнирами. Следующий турнир, я уверен, что будет намного масштабнее, как мы это говорили. И да, меня попросили передать привет Джесси. В общем, передаем. Опять что-то с микрофоном, Дизи, пора завершать, мне кажется, трансляцию. Мучить наших телезрителей. Да? Ну ладно, а то я что-то разговорился. Но у меня он как-то это стоит неровно. В общем, передаю привет Джесси. Это я так понимаю, что не получилось ему передать. Вот. Он, это мой оператор, который оперативно мне передает всю информацию. В общем, ладно. Всем до новых встреч, до новых стримов. Играйте в Call of Duty 2 и играйте, самое главное, честно. Да, до свидания. С вами Александр Майкл Голиков и Дмитрий Дизи Киренко. До свидания.